Так, сейчас мы проверим, короче. Одну вещь написал мне на сайт зритель. Это продолжение прошлого видео, где был у нас Гуля и Рубик. Так, ну здесь не все так просто. Именно поэтому я буду не один, а с подругой, да, потому что одному это невозможно проверить. Суть вопроса в чем? Он спросил, что будет, если Гуля залезет в крипа, а кто-нибудь из врагов использует доминатор? Чего? Долго. До этого, короче, мы играли у меня на компьютере. Сейчас попробуем через сервер американский. А, нам нужно ждать, когда грибы появятся. Так, ладно, сейчас подождем. Давайте я перемотаю. Так, ладно, пробуем. Ладно, короче, гол. А, тебе надо уровень апнуть до шестого. А, все есть, да? Сделано. Ну давай, иди вверх. Войди в крипа, войди прям сзади. Так. О, видишь, да? Знаешь, это был баг, да. Смотри, иди ко мне, просто ко мне подойди, не бей только меня. Так, смотри, короче, ты сейчас можешь управлять, да? Ну да, как видишь. А, не, я не вижу, ты можешь, да? Ладно, короче, теперь я использую свой скилл. Попробуй. Ну, ты меня переагрил, это я вижу. Ну ты не можешь, да, Я вижу управлять твои теперь? возможности. Могу. Не можешь, да? О, кстати, может управлять? Смотрите, управляет. Не могу. Могу только вылезти. Ладно, давайте еще раз сделаем по-другому. Напиши это. У тебя ульта есть? Так, ну вот вы видите уже, да, если влазит, я переагриваю, он не может управлять. Залезь еще раз. В любого крипа. И ко мне сюда придешь? Прикольно так управлять. Стой, 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 стой там. Не, подальше отойди. Вот здесь там, где я. И стой пока, жди сейчас. Так, смотрите, да? Мы сейчас не видим этого крипа, правильно? Так, используем доминатор. Попробуй просто управлять, не вылазь. Не можешь, да? Нет, не понял. Смотри, а у тебя же видимость остается, ты же видишь глазами этого крипа? Ну да. Вот, весь прикол. То есть, когда мы переагриваем крипа, да, он попадает под наше управление. При этом Гуля, который в нем сидит, он видит, что происходит вокруг этого крипа. Вот так вот. Ответ на ваш вопрос, поэтому присылайте вопросы на сайт, ссылка будет в описании. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.